Да, достаточно неплохо. Много хорошего на самом деле. Ну, у нас только второй показ буквально. Сколько? Два-три раза мы посмотрели скерцы. То есть пока еще немножко сыровато будет, но уже какие-то намеки есть. У меня, конечно, очень много мыслей. Все-таки, когда мы играем такую музыку, как музыку Фредерика Шопена, такие скерцы. То есть по форме это скерцо. Но по мысли и по состоянию это как некая поэма, это баллада. И вот что отличает любой как бы вот из таких литературных стилей, это вот когда мысль, она льется, когда вот есть ощущение какой-то надмирности этого произведения. То есть ведь можно очень по-разному играть музыку, даже того же Шопена. Вот сейчас прошел конкурс Фредерика Шопена в Варшаве, и мы имели возможность слышать совершенно разных пианистов. Вот. Но вот как бы общее впечатление, такое как бы небольшое разочарование в том, что, ну, во-первых, мало было индивидуальности, то есть уровень высочайший, это даже не обсуждается. То есть вот на высоком уровне, ну там одна девица там где-то сбилась, вот остановилась, все играют нота в ноту. То есть уровень идеальный, это даже не обсуждается. Но при этом, когда слушаешь первого пианиста, второго, третьего, четвертого, уже потом их не различаешь. Да, шикарно, замечательно, здорово, но, не знаю, пойду-ка я послушаю там Николасов, например. Да, то есть как-то вот этот первый момент восхищения совершенством, он доставляет, безусловно, удовольствие. Ну, а дальше хочется, ну, вот пускай, вот как старые мастера, да, вот там и грязно играли, вот как Карто играет, кстати, первый этюд Шопена, не слышали никогда запись? Где-то 40 фальшивых нот берет. Первый этюд Шопена, это который на конкурсе, если ты уже три ноты взял, все. Вот, особенно там есть одна нота. Вот этот Родильяс, ее даже Гиллиус не засчитывал этот этюд, если на Родильяс не попадал пианиста, играл внутрь. То есть вот такие как бы требования. Но когда играет Карто этюда Шопена, при всем его как бы несовершенстве. Ну опять же, что значит несовершенство? Это сейчас мы имеем возможность вычистить абсолютно любую запись. Да? По тактику записал, вот тебе чистый этюд Шопена. А тогда садились, вот это был 33-й год, тогда садились, писали как есть, честно. На первом этюде еще не разыгрался, на втором уже лучше, но на седьмом уже замечательно. И такая музыка и такое исполнение, оно веяло все-таки действительно чем-то смыслом. Смыслом, поэтикой, вот то, что сейчас, к сожалению, утрачено в современности. И подменено высочайшим уровнем, к которому, конечно, мы должны стремиться. Но помимо того, чтобы был профессионализм, очень важно, чтобы была идея и мысль. И вот, переходя к первому скерцу, я бы вот хотел все-таки, чтобы мы поразмыслили немножечко над драматургией. Ну, во-первых, тональность си-минор. Для Шопена, не только для Шопена, тональность достаточно драматическая. Вот если ты, может, приведешь еще какие-нибудь примеры, какие ты знаешь си-минор, не обязательно у Шопена, можешь у Шопена вспомнить. Си-минор. Третья, да? Си-минорная соната. Фантазия Чайковского на Джульетте. Ромео и Джульетта, да. У того же Шопена очень много прелюдий, нуктюрнов, си-минор. Вальс си-минорный. И мазурка. Сезара Франка, прелюдия Харалы Фуга. Вот, то есть достаточно си-минор
почему я тебя спрашиваю? Что семинор — это как некоторое клише. То есть, когда композитор пишет музыку в семиноре, значит, это уже подразумевает как бы некоторую семантику тональности. Да? То есть вот каждая из тональностей имеет свой уже как бы опыт. Начиная с Баха, допустим, мессо семинор, вот что нужно было сразу сказать. Допустим, семинорная прелюдия, фуга. Да, вот из первого тома. И тема фуги. Чайковский, да, ну тоже прежде всего. Чему-то обязывает. Как ты думаешь, сколько здесь действующих сил? Когда мы играем такую музыку, очень важно играть ее не абстрактно. Потому что вот то, что мы говорили, за совершенством пианизма, может быть, ничего не кроется. А здесь в чем-то такая есть провокативность, потому что основной раздел повторяется 1, 2, 3, 4, сколько? 5 раз. И если их играть совершенно одинаково, по смыслу, то через какое-то время это уже надоест. Это не будет понятно. Зачем Шопен написал вот один раз, потом еще второй раз, потом еще третий раз? Для чего это? Можно было один себе раз спокойно писать, и потом середина. Будет тоже неплохо. Тогда вопрос, для чего нужно такое количество раз? Создание атмосферы этого образа. Да. Тоже вопрос со знаком звездочки. Одинаковы ли эти семиноры? Нет, конечно. В чем они не одинаковы? Хотя в тексте все одинаково, и по средствам выразительности все то же самое одинаково. Но по смыслу. Мы вот сейчас пытаемся найти смысл, а потом уже от этого смысла попытаться средствами выразительности этот сюжет передать. Первое, после сразу же начала, как бы, представление этих тональностей, представление. Зачем, да, как бы начало? Да, да. Потом после побочной партии. После второй темы, да? После. Да, да. Вот. После кульминации снова повторяется. Потом пересередине. Да. Еще раз вторая тема повторяется. И снова повторяется. Перебивает, да. Да. Второй партии перебивает на свою середину, сначала корм, потом переходит все в тему. И потом только середина. Почему так? Почему не один раз там, не знаю, не четыре раза? Ну, одного раза бы недостаточно было для того, чтобы сделать полярность. Вот чем эта скерца, с одной стороны, привлекательна для пианистов? Вот четвертая скерца практически никто не играет, потому что оно... Ну, как бы, вот как считают пианисты, оно очень схематично написано. Хотя для меня четвертое скерцо, оно настолько живое, и просто его нужно гармонически понять. В этой же музыке привлекает именно полярность, то, что есть драматический си минор, и есть совершенно далекий си мажор в середине. То есть сразу как бы явные контрасты. Какой этот си мажор? Как бы ты его охарактеризовал? Грёзы. Мечтания. Близко. Близко, да. Это есть. То есть, во всяком случае, это не здесь и сейчас. Это где-то очень
далеко где-то то, что очень родное. Каков исход скирца? Все закончилось в дыме. Все это середина, которая грезами прерывается опять-таки сильно. А каков этот конец? Вот когда, допустим, перед последней страницей, вот эти важные аккорды, которые не совсем пока еще понятно, что в них. Вопрос. Мы решали перед серединой. Вот мне кажется, что очень важно определить время. Да, вот как в английском мы должны не перепутать времена, так же вот и в музыке мы тоже не должны перепутать, что здесь, что было и что здесь сейчас. Мы стоим на сейчас развилке. Да, у нас было три достаточно драматических семинора. Один звук, ты в одиночестве. Сомнение, да? И вот сейчас вот этот переход. Ноктюрн как переводится? Начинает песнь. Это точный перевод. То есть ноктюрн, его назначение – это многократное признание в любви. Всеми разными способами. И вот Шопен на это, конечно, очень гораст. Каждый ноктюрн – это как вот его интимный лирический дневник, собственно, и вот как и мазурки. Но если бы мы сюда спустились, к этому си-мажору, в рамках ноктюрна, что бы тогда было? Вот я сейчас тебе его сыграю как ноктюрн. С потрясающей мимикой и очень искренне, то есть действительно очень искренне. И получается, как бы в Шопене, вот сейчас, наверное, очень важная мысль, в Шопене ищет прежде всего красоту, что эта музыка очень должна быть красивая. Но ведь не всегда нужна в музыке красота, правда? Да, вот, допустим, как не всегда нужна красота в жизни. Вот, допустим, если к
Квазимода, да, вот, допустим, возьмем этого персонажа. Если Квазимода будет играть красавец такой, как Марлон Брандо, скажем, то какой же это будет Квазимода? То есть иногда бывает, не нужно играть красиво. И вот Шопену не нужно играть красиво. Красота не в красоте, красота в смысле. И вот если бы мы сыграли эту музыку как ноктюрн, мы бы ее обесценили. Вот как ты думаешь, что это за тема? Подсказка есть уже. Си мажор. Что-то далекое. Воспоминание. Ну вот тут есть еще один самый главный пункт. Вот если мы вот сейчас с тобой найдем, все станет на свои места. Кстати, вот как встает на свои места у Баха? Мы ведь Баха играем так вот, как бы тоже романтически, что-то там себе где-то рисуем, какой-то образ. А каждый такт, каждый мотив очень часто имеет символ. Если мы играем, допустим... Шопен, допустим, в своей 20-й прелюдии пишет. Левой руке хроматический ход. Сразу узнается уже как бы преемственность от Баха. Я когда-то, когда уже много лет достаточно играл это скерцо, мне попался диск с польской музыкой. Просто случайно, то есть, так как было интересно послушать. И я для себя открыл, что практически вся польская музыка – это же Шопен. Я не верил своим ушам. Это же мазурка. Ой, хор поет. А это же ноктюрн. И больше всего меня поразило, когда хор пел вот эту тему. И звучит оно так. Песня, рождественская колядка. Я люляй же езну, то есть колыхаю Иисусика, да, то есть вот езуню, вот так это на польском. То есть это колыбель, которую мог Шопен слышать в своем младенчестве. То есть, да, вот уровень колыбельная или ноктюрн. То есть колыбельная это что-то... Что-то такое вот прямо, как это, не личностное. Да, это сокровенное, что-то вот такое вот как бы базовое, то, с чем человек рождается. То есть мы не помним, как нас, но вот на уровне какой-то интуиции, вот, да, вот какой-то такой телесной психологии, вот это колыбельное, это тепло, вот то тепло, которое сейчас уже немножечко опаляет от солнышка, да, материнское тепло, которое передается младенцу. И то тепло, которое он всю жизнь потом несет с собой. И то тепло, когда вот он стоит, наш герой, драматический герой, он стоит на перепутье. Пожертвовать собой, да? Тариром, тариром, тарам-пам-пам-пам. И вот, вот этот конец, да, все. Все поставить на кон. Но перед этим... Он вспоминает самое сокровенное, прекрасное. И ведь для Шопена такой прием не нов. И этот прием очень часто применяется и в литературе тоже. Вот, допустим, в четвертой балладе, перед тем, как будет вот эта кода, что звучит? То есть, опять же, что-то должно произойти, как бы вот какой-то свет, и после этого тогда решимость. А если этого не будет, если вырезать середину, что у нас тогда получится?
Виртуозное перпетуум мобили. Бесконечное количество раз повторения этого семинора, которое уже вот так вот будет на пятый раз. То есть вот очень важно ощущать форму как некоторую смысловую концепцию. Должен быть именно вот такой сюжет. И дальше, как это уже срежиссировано. То есть вот этот си-мажор, его нужно найти, ну вот ближе все-таки, мне кажется, к колыбели. Поэтому ты правильно сказал, что это грезы, это мечты. Но мечты могут быть разные. Да, да. Потому что я могу мечтать о возлюбленной, вот как у Шумана, да, постоянный поиск Клары в его вот ранних произведениях, везде она там мелькает. Мечты, допустим, поэт грезит. Что-то не работает, потому что настоящее невозможно подменить. Правда ведь? Можно подделать, очень хорошо подделать. Ну, поскоблишь, не золото. Вот давай мы сейчас попытаемся от самого глубинного смысла все-таки немножечко этот си-мажор найти. И может быть наоборот, не от си-минора просчитывать скерцо, от си-мажора, чем ты готов пожертвовать? У тебя была вся жизнь, да? У тебя была такая судьба. У тебя было самое сокровенное, и ты готов это все поставить на кон ради чего? Сыграй мне только вот эту одну тему. Попробуй вот так послушать.
За его будущее. И вот все эти градации, они как бы вот здесь очень неуловимы. Трудно что-то. Это как бы та атмосфера, которую нужно самому воспринять и передать как слушатель. Вот тогда слушатель поймет, что это что-то вне, вообще вне контекста должно быть. Это очень далекое. И вот как ты попадаешь в этот радиес? Точное касание.
аниме. Аниме. Да? Движение. Но движение чего? Темпа? Если я просто темпом буду играть. Чего я на пустом месте как бы. Это движение. Да, это движение как бы души должно быть. Это все очень достаточно. Также должно быть естественно. Вот это действительно как воспоминание яркое. И вот здесь Шопен уже не удерживается. Дальше он от этого удерживается, он пишет. Штиль вверх. То есть подсказывает пианисту, где у меня скрыты красивые голоса в середине. Вот дальше потом в левой руке таких мест много, но Шопен уже дальше штиль не пишет, хотя эта полифония, она очень подразумевается. Что здесь скрыто? Секунда. То есть, в принципе, секунда как один из самых выразительных интервалов. Ну, дальше такие же. То есть, это тоже нужно заметить. Как в этюде Шопена. В четвертом этюде тоже вот эти секунды. Шопен тоже там выписывает вот эти залюбованные ноты. Я бы это услышал. Давай прямо отсюда. Когда ты стараешься поломать, это уже немножечко стресса. Сейчас попасть в соль диез минор.
этот пограничный переход, его тоже нужно еще мыслить в соль. Вот эта соль. Еще в соль диез минори. И тогда переход к си мажору будет как ах. Понимаешь, вот, Игорь, все знают эту музыку. Она ведь правда, это первая скерца очень популярна. У всех эта музыка, ну, в общем-то, в ушах, как и второе скерцо. Но второе, может быть, наверное, еще более популярное. Но всегда, когда, ну, опять же, вот этот конкурс Шопена вспоминает, да, всегда, когда ты слышишь 5 раз, 10 раз подряд, очень сильно приедается, если это одинаково. Но как только ты рассказываешь историю, и для меня история, то есть, очень важно, чтобы мы сейчас установили отношение к этой музыке. И потом, как это уже выражается в звуке. Потому что если мы сейчас будем просто говорить, Игорь, вот там, не знаю, почувствуй здесь там что-то, это, еще что-то, а давай мы себе нарисуем картину. То есть можно что угодно нарисовать, но если это не будет решено в звуке, то это останется просто рассуждением на музыке и хорошим препровождением времени. Очень важно, чтобы мое отношение, твое отношение, да, вот, к музыке, оно перешло в звук. И тот звук, который рождается, трансформировался для слушателя в эту же самую картину. То есть так, как я хочу, чтобы слушатель услышал, так я и должен задумать, так я должен сыграть. То есть то, что ты нарисуешь, тогда это услышит слушатель. Если ты играешь абстрактно, просто наточено, да, все выверено, ну, наверное, тогда какого-то чуда не произойдет. Вот такие мельчайшие переходы, вот всегда переходы в музыке очень важны, на стыках формы, на стыках фраз, особенно когда идет вот эта смена гармонии. Это то, что является запятыми, точками сюжета. Это должно быть очень хорошо поставлено. Давай прямо вот еще раз этот переход. Чаша весов должна здесь уравновеситься. И вот мне вдруг такая мысль пришла сейчас вот по поводу формы. То есть вот у нас было 3 си минора, да? Они шли как бы по накоплению от сиюминутности, дальше второй еще с большим как бы накалом, и третий вот уже, казалось бы, все снесет, и тут мы перешли в си мажор. А здесь происходит все как бы задом наперед. Вот как после Рождества Христова и до Рождества Христова. Здесь отматывается назад. И вот чем дальше к следующему си мажору, тем как бы все глубже, как вот, не знаю, с психологией, вы погружаетесь в сон, отсчитываем назад 9, 10, и все, 10, вы в гипнозе. Вот здесь магия и гипноз этой музыки, что здесь как бы ты все глубже и глубже погружаешься в этот си мажор. И в самом третьем си мажоре, когда вот уже, казалось бы, уже все, ты в этом си мажоре находишься, вдруг
треснувшее стекло, как треснувшая судьба, то есть вот эта трещина проходящая, и потом следующий аккорд. Среди ясного неба обрушился на этот си мажор. Казалось бы, самое, вот ты погрузился. Все знают об этом аккорде, все знают, но как только ты рисуешь картину, вот когда ты как художник рисуешь картину, то слушатель перестает существовать как слушатель. Есть только на сцене один лишь художник. И вот твоя задача, так, опять же, этот переход решить, вот мне показалось, что ты немножечко все-таки проскочил и очень-очень рано сдал все позиции. А вот это, допустим, ну, это другая редакция, там у нас тут ля диез. Сейчас я тебе предлагаю сыграть всю середину. Значит, еще вот что я последнее хотел бы сказать посередине. Все-таки движение. Посмотри, здесь мольта пью лента. То есть намного медленнее, очень-очень пью, да? Но не медленно. У нас была преста. Ты это играешь уже прямо как адажио. Самостоятельным произведением. Все-таки немножко с движением, чтобы была очень большая длинная фраза. Даже, извини, пожалуйста, с перехода, вот с вот этого перехода, где ты остаешься один. Thank you.
третьей доли. Ты сейчас хорошо очень играешь, сейчас намного лучше было. Всегда, вот почему, кстати, была и грязная педаль, чтобы третья доля, на ней нужно всегда чуть больше задерживаться, чуть больше дослушивать. Дослушай все. Да, вот так, если бы мы это пели, мы же бы это не пели. Если это поется, так же натурально играется. Мы должны мелодической вот этой линии повторить движение как бы интонации вокальной. Вот это и есть пение на инструменте. То есть когда твои пальцы повторяют голос. Как поешь? Хорошо. Хорошо. Да, и вот теперь это все обрамить аккомпанементом. То есть это вот как бы наша колыбельная, как ясельки. Все вот здесь и, не знаю, и платочки, и подушечки, и вот все обдувается. А в середине дитятка. То есть это должно быть, ну, прям что-то сокровенное, не знаю. И это моя мечта, вот так вот в пеленке тоже лежать, вот, чтобы вокруг все ходили, вот, меня гладили, любили, а я в си-мажоре вот так вот еще. Я бы даже и сосочку бы взял, и только бы ничего не делать. Я бы тоже так хотел. Но, к сожалению, времена эти прошли. Поэтому это очень приятно, на самом деле. Значит, давай вот, теперь все это... соединить, обрамить компонентом и соединить самое главное. Это твой третий раз, самый глубокий. Можно даже взять унакорд, вот Шопен здесь позволяет. Левая петля. Здесь я тихонечко подменяю педаль, опускаю.
и мне уже чистая гармония. Вот не туда и не туда. Точно, золотая середина. Чуть-чуть теперь меньше этого наслоения. Вот. Каждая деталь важна здесь. Да, вот сейчас, кстати, ты хорошо это сыграл, поймал меня. Неосознанно, наверное, да? Почему? Потому что мы... Тоже этим пользуюсь. Здесь столько расставлено ловушек для слушателей. Все это как бы импровизационно. Это для слушателя должно быть импровизационно. А тобой уже 300 раз прослушано, прожито, да, чтобы это сработало. В один единственный раз на сцене. Вообще, конечно,
Наверное, надо было бы все время о си-миноре говорить, но для меня этот си-мажор настолько дорог, потому что я понимаю, насколько это тяжелая задача. Вообще-то, казалось бы, да, занимаемся скерцо, но, конечно же, надо заниматься пианизмом, заниматься именно краями, все об этом говорить. Но вот в скерце именно середина, она самая трудная. Я думаю, ты сейчас это почувствовал. То есть, во-первых, найти состояние, найти звук, найти левую руку, чтобы она гладила аккомпанемент, найти мелодию, чтобы она не выпирала, чтобы она была естественным продолжением как бы голоса, найти движение, да, чтобы мы чувствовали первый, второй, третий раздел, как вот это погружение. Найти кун анима, вот это движение, но чтобы это не было слишком возбужденно. Сколько задач. И все это как бы сделать импровизационно, да, чтобы как пою колыбельную. То есть на самом деле очень сложная звуковая работа. Каждый звук в Шопене на вес золота. Все должно быть пропущено через уши, через сердце, через голову, через слух, да, то есть через все. И через руки, а потом как квинтэссенция, выжимка. Хорошо, значит, теперь немножечко о си-миноре. Значит, ну ты как бы играешь в настоящем темпе, то есть хорошо, молодец. Что бы я хотел? Чтобы этот си-минор был вот как национальная валюта. Национальная валюта обеспечена чем? Золотом, да. Вот. А здесь каждый звук был обеспечен твоим слухом. Замедленного темпа услышать эту интонационность, услышать певучесть. Больше задержания.
они как у Бетховена. Чем больше акцентов, тем мощнее. Вот это разница между акцентами. Знак один и тот же, а прочтение и интерпретация разные. Чувствуете? Ну, вообще, да, это для меня ответственный шаг. Конечно, жизнь хорошо, но вот пожертвовать жизни тоже хорошо. Да, есть некоторое волнение, вот, но мне, как говорится, это уже не впервые, да? Вот, поэтому разве так здесь? То есть здесь тара-та-ри-ри, здесь ты всего себя отдаешь. Поэтому вот можно без левой руки сыграть, да, и тоже будет хорошо. То есть ты здесь про... Что-то там, допустим, сыграешь, и будет тоже ничего. Но вдруг появляется левая рука, и у тебя вместо, скажем, одной картины получается аж две картины. Насколько из-за этого сюжет выигрывает?
Вот был один персонаж, да, допустим, а появился еще другой персонаж. И вот уже тогда два персонажа. Почему важно это тоже услышать? Еще разочек давай. А здесь получается, интонация это хорошо, это все, но вот важен еще этот голос. Ну, это не потому, что я так хочу, да, потому что это написал Шопен. Начинается
задуматься. Ты уже в этом в потоке. Задуматься – это значит прикинуть. Чувствуешь, да? Прикинуть, какая сейчас у нас обстановка. Еще давай думаем, еще куда вот, что это? Марш это 4/4, а здесь 3/4. Ну вот я тебе уже баховскую сыграл, что это? Да я тебя симпровизировал. Ну какая разница? Расслабление или это принятие? О! Да, вот это принятие, молодец, вот сейчас ты сказал. Теперь возвращаемся к скерцу. Это возмущение. Возмущался своей судьбой, как со мной тут обошлись. Или вот это же секунда принятия. Мне больно, я страшен. Я принимаю. Да будет так. Играть. Скорее, опять же,
заостренная. Динамику, понятно, что это связано, может быть, с каким-то уровнем громкости. Но вот сейчас я тоже достаточно громко говорю, не потому что мне надо громко говорить, да? А потому что я хочу донести, да, хочу до тебя это донести, там, или, допустим, для зрителей донести. Когда что-то сокровенное, я не буду таким голосом говорить, потому что это будет уже, ну, я вас люблю, неужели вы не понимаете? На ушко еще вот так вот. То есть интонация, она определяется смыслом. Поэтому здесь смысл. Как у поэта, да, строка диктует, строку диктует чувство. Давай. Сторонник
нашего длинного построения кульминации, и сюда нужно наоборот уйти. На кульминацию у тебя будет подход. Через все ноты, через все фигурации.
Прямо отсюда.
ресурс, чтобы еще больше сыграть. И потом вот, вот эти ты играешь чуть больше педали, не так сухо. Спасибо. Спасибо за внимание.